В Центре международного сотрудничества начал свою работу 9-й Курултай социал-демократической партии Узбекистана «Адалат». В ходе него был заслушан отчет о деятельности Политического совета социал-демократической партии Узбекистана «Адалат» и о задачах партии на новом уровне. Подробности о проанализированной работе и итогах в материале далее. Справедливость – главный критерий нашей жизни. Такова идея предвыборной программы социал-демократической партии Узбекистана «Адалат». Под этим же лозунгом прошел 9-й Курултай партии, участие в котором приняло 248 делегатов. Вначале была проанализирована деятельность в идеологической, организационно-кадровой сферах, отмечены существующие недостатки, указаны пути их устранения. При исполнении каждого пункта планов работы центральных органов, областных, районах и городских кингяшей, местных партийных советов были предприняты усилия для обеспечение интересов народа, качество исполнения законов и вовлечение в данные процессы всего депутатского корпуса. Помимо постоянного совершенствования организационно-партийной работы с целью внедрения в практику и реализации предвыборной программы, разработано 27 наиболее важных и актуальных проектов партии в различных сферах. Отмечается активность депутатского корпуса на местах. Фракция партии в Законодательной палате Оли Маджлиса участвовала в разработке и принятии ряда законопроектов. Как было подчеркнуто, за отчетный период членами фракции инициировано 43 законопроекта. Из них 9 новые законы, 34 предусматривали поправки в действующие законодательные акты. Принятая программа нашей партии в новой редакции состоит из 5 главных пунктов и соответствует стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Узбекистана. Мы уверены, что депутаты от социал-демократической партии «Адалат», которые войдут в состав парламента, будут действовать, исходя из поставленных в программе задач. В ходе обсуждения делегатами Курултая выдвинуты предложения по приоритетным направлениям активного участия партии в предстоящих выборах. Рассмотрены и утверждены основные положения предвыборной программы. Основное внимание уделяется судебно-правовой сфере, здравоохранению, образованию и науке, а также внешней и внутренней политике. Наша программа была тщательно изучена многими экспертами и специалистами самых разных сфер. Внесены задачи по оптимизации деятельности в судебно-правовой сфере, по улучшению качества образования, формированию системы умной медицины. Мы приложим все усилия, чтобы внести свой вклад в исполнение этих задач, ведь наша партия входит в выборы не с пустыми обещаниями. Внимание уделено вопросам подготовки партии к выборам, законодательные и представительные органы, результативности деятельности избирательных штабов на всех уровнях, эффективной работы с электоратом. Определено организовать агитационно-пропагандистские мероприятия партии и кандидатов в депутаты с помощью совершенно новых способов и форм. Необходимо четко изложить позицию партии по обеспечению последовательного участия в политических и социально-экономических реформах. А для обеспечения этих задач, для донесения этих процессов до общественности требуется широкое использование средств массовой информации и соцсетей. На Курултае в соответствии с 70-й статьей Избирательного кодекса Республики Узбекистан были утверждены кандидаты, выдвинутые в депутаты Законодательной палаты Оли Маджлиса. Всего 150 человек. Курултай также рассмотрел другие вопросы, относящиеся к компетенции высшего органа партии. Избраны новые члены политического совета и Центральной ревизионной комиссии. Принят устав партии. По итогам Курултая был проведен брифинг с участием местных и зарубежных средств массовой информации, а также блогеров.